Друзья, Муйне! Мекка туристического Вьетнама, столица кайтсерфинга в Азии, расположенная в 4 часах езды от Хо-Ши-Мина. Друзья, мы отправляемся в легендарное место под названием Муйне. До Муйне нам ехать 4 часа 30 минут из Вунгтау, но на самом деле это для нас просто ерунда, вообще не время, потому что мы как-то раз ехали из Пакхары, это Непал, в Нью-Дели, 36 часов на автобусе без кондиционера по серпантину, а 4,5 часа это ерунда. Ну, друзья, первая остановка. Мы проехали 1,5 часа и остановились вот в таком вот заведенице. Здесь можно купить попить фруктов или сходить в туалет. Такой вот аутентичный тут туалет. Да. Ну что, друзья, путешествие на автобусе на самом деле крутое, но у меня есть пару тезисов. Первое. Там холодно достаточно, поэтому можно взять с собой кофту. А второе, никогда не смотрите вьетнамский интертеймент. Вьетнамский шоу-биз – это просто кошмар. Можно слушать либо музыку, либо смотреть видеоряд. Что-то одно. Вместе получается просто психодел. У Саши очень много вещей. Как будто с собой все барахлишко из дома возим. Подписывайтесь на наш канал, кликайте на звоночек, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, чтобы мы с вами имели обратную связь. Друзья, мы вот поселились вот в таком вот домике и взяли байк. Байк нам обходится в 100 тысяч донгов. В сутки. Мы взяли его на 5 суток. Сейчас покатаемся по Муйне, все вам покажем. Тщательно выбирайте свой байк. Обязательно берите его на тест, нажимайте на тормоза, чтобы проверить тормоза, потому что у вьетнамцев очень раздолбанные байки бывают, они хотят их впарить. Petrol station. Over there, right? 1 kilometer. Thank you. Wow. Вот мы заправились 5 литров на 90 тысяч донгов, и мы теперь можем ехать куда захотим. Первое впечатление, мы как будто бы попали в какой-то турецкий городок. Муйне — это всего лишь одна деревня, в принципе, одна улица, которая находится рядом с городом Фантиетом, и одна дорога вдоль прекрасного пляжа. В общем-то, по этой дороге гуляют туда-сюда туристы, на этой дороге расположены все рестораны, все гостиницы, в общем, весь активити, который здесь есть на Муйне. Поэтому, приезжая в Муйне, вы должны быть готовы, что здесь все достаточно стандартно. Ничего вас не удивит, все будет обычно, будет Турция, но во Вьетнаме. Вот такое вот удивительное сочетание. Если вы еще не катаетесь на кайте, то вам здесь все расскажут, покажут и обучат, конечно же, за деньги. Те же, кто катаются круто, уже используют direction или любят рассекать по волнам. Им особенно это понравится, потому что здесь есть пляж Малибу, на котором очень сильные волны, очень сильный ветер. И там надо кататься, наверное, на 7 размере и от этого дико кайфовать, потому что больше здесь делать нечего. А о пляжах Муйне. Мы лично обнаружили здесь три пляжа. Первый – это самый главный кайтерский пляж, он очень достаточно длинный, с длинной песчаной полосой, но он весь забит кайтерами. Как мы заметили, там никто, в общем-то, просто так без кайта не купается. Кайты, кайты, кругом кайты. Я никогда не видела столько кайтов в своей жизни. Мне кажется, их тут прямо-таки сотни. Но очень большой кайтерский трафик, кайты летают туда-сюда, роняют свои кайты, поднимают, в общем-то, купаться не очень удобно. Второй пляж, это пляж Малибу, он находится несколько вдалеке от Муйне. Это узкий пляж с очень-очень сильным ветром. Ветер там настолько сильный, по крайней мере, был, когда мы туда приехали, что купаться действительно тоже не очень комфортно. Вот он, ребята, настоящий Малибу. Очень здорово здесь, классный пляж, здесь дует всегда сильнее метра на два. Проезд стоит 10 тысяч донгов с человека, но правда это того стоит, очень круто, пошлите кататься. И третий пляж, который мы обнаружили только что, он как бы находится на пути между Муйне и Фантиетом, он маленький, песчаный, там нет кайтеров, есть немножечко серферов, и вот это единственное место, где люди немножечко купаются. Друзья, сейчас мы едем в Тямские башни Башану. Мы из Муйне отправились туда. А сейчас... Вау! Муйне старается выжить максимум из всего, из всей той малой части достопримечательностей, которые у них есть. Сидят куча народу, продают кокосы и так далее. То есть, конечно, они стараются по полной сделать свое место интересным для туристов. А эти башни построены в 8 веке нашей эры, то есть в 800 году, как часть храмового комплекса поклонения, знаете кому? Шиви. Представляете? Интересно, что здесь даже сохранились лингамы. По сути, это... мужской фалос. Ну, там есть лингам и йони. Вот женская часть это йони, а мужская это лингам. А сейчас мы стоим на фоне остатков храмового комплекса, построенного королевством Тяма в 8 веке нашей эры. На самом деле Тямы это очень интересный народ, они очень древние, относятся предположительно к культуре Ся-Хюинь, которая существовала, представьте, аж в 10-2 веке до нашей эры. Ну и вот таким образом Тямы в то время строили. Такие прикольные девчонки, но немножко ленивые, в отличие от Индии, конечно. Смотреть здесь особо не на что. С этим народом чамов или тямов связана одна очень-очень большая тайна, потому что никто до сих пор не знает, откуда именно они пришли. Одна из версий говорит о том, что они пришли из Индонезии. Так вот, приплыли они сюда из Индонезии, вроде как разместились здесь, а потом агрессивные вьеты выгнали их отсюда. Им пришлось уехать в Камбоджу, но там у них тоже начались проблемы. Там агрессивный диктатор, лидер красных кхмеров Пол Пот, им устроил геноцид. Вот нигде не давали жить нормально бедному народу тямов или чамов, поэтому их сейчас осталось в мире очень-очень мало, всего где-то 500 тысяч человек. Друзья, сейчас мы отправимся на Белые дюны. Находятся они в 30 километрах. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на звоночек, чтобы быть в курсе наших новых видео, и ставьте лайки! Мы по дороге к Белым дюнам нашли вот такой вот замечательный каньон, очень красиво, и земля в Вьетнаме такая вот ярко-красная, не коричневая, как в России, а такого очень интересного цвета. Вот они, Белые дюны, друзья. Одна из главных достопримечательностей Муйне. нашли, по крайней мере в интернете, причину, как вдруг здесь образовалась такая огромная гора песка. Опять наш уазик, классика. При том, что все окружающие возвышенности вокруг абсолютно голые, и до пляжа достаточно далеко. Ну, народу здесь уже очень-очень много, это такая распространенная штука в Муйне. Вот можно взять байк на прокат. 300-ка маленькая стоит вот такая вот 400 тысяч донгов, а большой мод стоит 600. Вот такой вот будет стоить 600 тысяч донгов. И не важно, сколько вы туда народа поместите. Вот эта самая птица будет нас каждое утро своими песнями, неугомонными. Да. Чудеса ловкости. Вот мы вчера познакомились с ребятами, которые ездят в Муйне уже в течение 6 лет. Они просто влюблены в это место, и мы думаем, может быть, они нам расскажут что-то, чего не знаем мы сами. И именно они показали нам эту улочку с кучей кафе и бэкпекеров. Вот такой у нас завтрак сегодня. А вот более аутентичное место. Это улочки от главной улицы. Здесь вкусная еда, чуть-чуть дешевле, чем на центральных улицах. И как-то все, что ли, более по-домашнему. А вот такой Муйне нам нравится больше. Мы пойдем спрашивать про гестхаус, здесь их тоже много. For a private. Yeah, private. Okay, plumbing. And how much is for one room? 25. $25 for one night? Долларов? По-русски долларов? Мы не нашли тут комнат, и сейчас тет, так что достаточно дорого, даже в гестхаусах стоят комнаты, и нам тут предлагают $25 за комнату, но это можно хорошую гостиницу снять за такие деньги тут, поэтому мы будем искать дальше. Как вообще может прийти в голову это съесть? Там лягушки живые сидят в аквариуме. Ну вот кому-то это доставляет удовольствие. Есть здесь что-нибудь вегетарианское? Да. Карри из тофу есть. Тофу с лимон красным. Привет. Привет. Человек знает язык. Привет. Хорошо. 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 Да. Да. Это было наше первое впечатление о Муйне. Несмотря на то, что вначале эта деревушка нам показалась подобием турецкого или египетского курорта, в дальнейшем мы все же почувствовали атмосферу столицы кайтсерфинга, которая раскрывалась для нас по мере пребывания здесь. Смотрите наше следующее видео о Муйне.